Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем грузовик с тентом. В наборе у нас клей ПВА, наждачка, две резинки для подвески, вот такой вот тент, две оси разного размера и инструкция. Обращаем внимание на расположение деталей, а также в инструкции указано, на каких плашках мы можем найти нужные детали. Обращаем внимание на отличия и не путаем детали местами. На следующем этапе соберем кабину. Эти детали склеиваются только между собой. Клей не должен попасть на дверь.
обращаем внимание на расположение рисунка. Переходим к кузову. Скамейки клеим так, чтобы боковые отверстия были у стенки. Обращаем внимание на отличия. Детали с клиньями клеются наверх.
запасного колеса отверстия квадратные. Второе крыло клеим по аналогии, но в зеркальном виде. Переходим к колесам. Маленькие детали для передних колес, длинные для задних. Используем одну из осей для ровной склейки.
Переходим к подвеске, а для удобства используем вспомогательный инструмент. Переходим к подвеске задних колес. Используем детальку для ровной склейки.
Нам осталось накрыть кузов тентом. Готово! У собранной модели вращаются колеса, открываются дверцы кабины, капот, откидывается задний борт кузова, да еще и подвеска с амортизацией. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys, и вскоре вы увидите новые видео. Пока-пока!